Спортсменка белой дзюдо Харатунина Анжелика, 2003 года рождения, кандидат мастера спорта. Представляет Тюменскую область, город Тюмень. Дзюдо начала заниматься в 2009 году у Байгериевой Ильшат Уразбаевой. Первое место Пермско-Уральского федерального округа 2019 года. Спортсменка в синей дзюдо Иванова Мария, 2003 года рождения. Кандидат мастера спорта. Дзюдо занимается с 2014 года. Первый тренер Васильев Алексей Рашидович. Представляет Приволжский федеральный округ, Самарскую область, город Самара. В настоящее время тренируется под руководством бригады тренера Герасимова Захмудиной Гасановой. Новейшие спортивные достижения. Первое место первенства Приволжского федерального округа. Победила Таратунина Анжелика, Уральский федеральный округ, Тюменская область. Стала победительницей весовой категории свыше 7.